Здравствуйте, это прогноз погоды от Юниса на телеканале ПС. Вот, наконец-то, настала весна. Ох, как она долгожданна. Просто забыли про слякоть и дождь, а так все нормально. О погоде на 12 апреля, суббота, в Архангельской области. Итак, в Котласе средняя температура воздуха за день составляет плюс 4 градуса. Ветер слабый, пасмурно, но без осадков. В Плесецке сегодня плюс 1. Утром возможен снег, а вот днем дождь, ветер слабый. А Вельск уже готов переодеть штаны на шорты, ведь сегодня там температура воздуха плюс 5 градусов. Облачно и все. Шучу, как же это мы и без погоды в Архангельске? Во поле широком, у великой матушки Двины реки, в апреле числа 12-го, утречком ранним темно да пасмурно, да дождик, но душеньку поморскую греет отметочка на термометре плюс 2, ой, да по Цельсию. Да и днем в столице нашей поморской солнце голову свою ясно не покажет, да вот только назло ветрам слабым да умеренным температура воздуха днем плюс 3. Вечером темным опустится температура до плюс 1, вот только небо ясное. Ой, тони вечер, ой, мне малым мало спалось, ой, мне малым мало спалось, ой, да во сне привиделось. До новых встреч на канале ПС.